Всем привет, друзья! Мы на канале «Породные куры» в Оренбурге. Меня зовут Вадим. 13 марта. Утро. Накормил, напоил. Вот давно не выкладывал видео. Вот такой вот утренний релакс. В общем-то, не было перемен, да и не было времени. Занят был. Вот, но вот сегодня решил снять, чтобы вы меня не потеряли. Все у нас, в общем, нормально. За исключением, что с недельку, наверное, как упала яйценоскость. Упала очень заметно. Если вот я про этих курочек обычно рассказывал, вот 7 кур, вот 2, 4, 5 и 2 вон пошли нестись. Вон одна сидит, вторая уселась в соседнее гнездо, нет, вылезла, сейчас будет туда к ней лезть, вот. Это меня радует, это я про что хотел сказать. Упала яйценоскость. Если я раньше показывал, вот эти 7 кур несут 4, 5, 6 яиц, иногда и 7 бывало, то последние дни 1-2 вот такое вот настолько упало, вот с недельку. Вот. Ну а сегодня с утра вот уже он, сейчас 9 часов утра, вот одна села, другая пристраивается, он ждет туда или... Там посидела, встала, хочет к ней залезть, сейчас на голову сядет там. Вот. Я думаю, это был весенний передых у них, потому что постоянно с такой скоростью нестись, как они неслись, это следовало ожидать, что наступит спад. Вот. Потому что кормление то же самое, уход такой же самый. Но вот произошел сбой. Я думаю, все восстановится. Это я сам себя успокаиваю, потому что все мы хотим, чтобы было побольше яйца, да? Чего прислушались? Вот, сейчас копошились, так зашел. Вот так вот. Вот, значит, что еще? Крутится в инкубаторе яйцо. 7 марта заложил отказное, которое отказались. Я его заложил быстренько себе. Вчера светил. Это оплот на 5 с плюсом. В общем-то, просветил не все, процентов 50 просветил. И дальше посчитал ненужным светить, потому что там все видно, что оплот хороший. Вот. Покупное яйцо светил тоже. Там у меня крутится 3 породы. По котлеровским на 5 с плюсом, а по левинским чуть-чуть похуже, а по хохлатам еще чуть-чуть похуже. Вот, вот так. То есть, ну, это я не в претензию к продавцу, просто констатирую факт. А котлеровский, там мне какая-то женщина или девушка писала, что петухи у них... суперактивный, да, я полностью согласен, там почти 100% оплода у котлеровских, вот, а у этих уже не так все красочно, ну, я доволен и так, вот, это у меня вот тоже отписалось, будем считать, что девушка, не знаю кто, покупала вот яйцо царскосельских тоже, покупала 30 яиц, у меня было лишнее, я бахнул туда 40, и вот она на дня 3 назад отзвонилась, что покупала 30 яиц, смеется, вывелось 38 цыплят, вот, то есть, вот именно по царскосельским, то есть тоже, да, приятный такой бонус при покупке 30 яиц, когда у тебя выводится 38 цыплят, это... очень приятно. Вот. Ну, это потому что бонусом положил. Вот. Хотя бы не в этот с весной не упало. Оплот. Вот яйценоскость упала. Боюсь, чтобы по оплоду не бахнуло. Всяко может быть. Да, Петька, не подведешь. Второй там у нас сидит на стрёме. Если что, мы пустим того. Он там изголодовался. Вот так. Ну все.
такой утренний обзор, чтобы вы меня не потеряли. Вроде недавно выкладывал, но уже вот, наверное, сколько, дня три назад или четыре выкладывал. Смотрю. Да, да, чего ругаешься? Вот у одной давно хотел показать, видите, какой у этой нос? Или клюв, как их. Вот, смотрите, какой. Вот у нее вот она как вывелась с таким клювом орлиным. У этих вот такой. Вот. Вот. А у той вот как у орла. Скандали. Вот пойдет нести сейчас. Вот она там сидела. Ну все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.